Всем привет-привет! Посмотрите, что у нас здесь лежит. Это уточка. Я решила ее засыровялить. Это у нас будет сыровяленая уточка. Сам процесс вяления – это разновидность сухой сушки. То есть при данном процессе продукт высушивается. Соль впитывает в себя влагу, а продукт становится сухой. Для этого используется соль. Некоторые используют вовнутрь, допустим, продукта, помещают какие-то крупы. Либо пшеницу, либо овес. Но я не рискнула помещать туда эти крупы, потому что я сомневаюсь, кто по этим крупам бегал. Данный продукт, то есть продукты сыровяления, изготавливают давным-давно, с древних времен. Народы Крайнего Севера готовят, например, юкулу из киты. Кита – это разновидность красной рыбы. В Южной Америке, например, изготавливают чарки. Это несоленое вяленое мясо. А национальное татарское блюдо – это сыровяленый гусь, как ланган-кас. А французы готовят вяленую утиную грудочку, которая считается деликатесом во всем мире. Ну, мы решили тоже себе приготовить вот такой деликатес в виде уточки. Гусей у нас уже, к сожалению, нет, мы их съели. Вот такая уточка. Уточку я предварительно помыла, почистила, убрала все перышки, пенечки, которые там были. Все почистила. То есть убрала вот здесь железо. Все чистенько. Соль, она у меня уже пролежала 3 дня. Соль я поменяла. Это уже другая соль. Вот сейчас видно, как на влажные места пристала новая соль, которую я сейчас свежую насыпала. Вот здесь влажное место. Видно, что соль прям к этому месту пристает. Мне необходимо еще подсушить мою уточку, для того, чтобы она стала более сухой. Ну, видео у меня случайно удалилось, прошу прощения. Поэтому приходится снимать уже так. Вялила уточку я уже 3 дня. Я сейчас не знаю, может быть, 3 дня еще повялить. Кто-то вялит 7 дней, кто-то 12 дней вялит. Но я буду смотреть по продукту, как он будет выглядеть. Внутри уточки у меня тоже соль. Вот сейчас могу высыпать, показать. Соль. Сейчас добавлю обратно. Все, как она у меня пролежит еще дня 3. Дальше я буду продолжать процесс. Уточку я вывешу в прохладное. И хранить сейчас буду в прохладном месте. Вывешу в прохладное место, где будет гулять ветер. Там она у меня будет сушиться. А сейчас я ее еще поставлю дня на 3. Для того, чтобы соль как можно больше влаги впитала в себя. Ну, пока на этом все. Потом встретимся. Прошло уже 6 дней, как наша уточка находится в соли. Соль мы, как помните, меняли, добавляли. Вот сейчас уточка выглядит вот таким образом. Видно? Влага опять выделилась, особенно внутри, сверху. Видно, что влажная соль. Вот здесь везде соль влажная. Вытряхнем всю соль из уточки. Уточку сейчас мы промоем и смажем всякими приправами и специями. Я думаю, мне хватит ее солить. Хоть она немного и влажная, но она в процессе сушки еще должна подсохнуть. Так, сейчас я ее промою. Так, секунду. Уточку помыла. Сейчас немного оботру полотенцами бумажными, чтобы убрать лишнюю влагу, и взвешу. В самом начале процесса уточка весила 2 килограмма 550 грамм. Сейчас мы взвесим. Так, видно вам, чтобы было вам видно, сколько весит на данный момент наша уточка. Так. Килограмм 801 грамм. Видно, не видно? Ну, я надеюсь, вам видно. Все. Килограмм 800 грамм. Теперь мы нашу уточку обработаем в специях.
Так, возьмем посудку. Ну, для этого я буду использовать вот такую специю, не реклама. То, что у меня было дома. Приправа к мясу. Здесь тоже, конечно, содержится соль. Ну и набор трав. Набор полностью читать не буду. Там паприка красная молотая, чеснок, перец душистый молотый, перец черный молотый, кориандр и другие травы. Еще немного буду использовать розмарина, совсем чуть-чуть. Вот так хватит. И перец черный добавлю молотый еще. Да, хватит, думаю. Теперь вот этими приправками я разотру всю уточку. Прям буду втирать, втирать, втирать. Для того, чтобы мясо было более ароматным. Приправка хорошо ложится к уточке, потому что она все равно немного влажная после того, как мы ее промыли. Вовнутрь добавлю тоже. Так, осторожненько. Внутри тоже хорошо разотру. Повтираю, чтобы и снутри уточка пропиталась нашими специями. Идет аромат трав. Довольно приятный. Так, сейчас еще перец чуть-чуть. Еще у меня есть вот такая бутылочка. Вот такая бутылочка. Я насажу сейчас уточку на эту бутылочку, чтобы она пока немножко подсохла в домашних условиях. Немного. Сейчас подготовим место, куда мы будем ее вешать, сушить. И повесим на сушку недели на две. В хорошо проветриваемое место. Пусть она пока постоит вот таким образом. Видно вам там? Руки грязные, грязные. Надеюсь, видно. Так вот. Ну все, встретимся на месте сушки. Вот так висит наша уточка. Прикрутили шурупчик. Проволочку за крылышки сделали. Как сделать, чтобы видно было? Так поверну. Ай-яй-яй. Вот так за крылышки завели проволоку. И повесили. На самом обдубаевом месте, которое мы нашли. И самым безопасным от всяких кошечек соседских и от всего остального. Получается, это у нас крыша гаража. Чистенько, аккуратненько. Сейчас накрою еще тряпочкой, чтобы как можно меньше пыли летело на нашу уточку. Сейчас. Нашла чистую тряпочку. И тряпочкой вот так обернем, для того, чтобы не летела всякая пыль. Все, и оставим здесь сушиться недельки на две. Потом посмотрим, что у нас получится. Сегодня уже 19 декабря. Я решила проверить, как же моя уточка. Вот она здесь висит в гаражике, продолжает висеть. Сейчас мы ее откроем. Ой-ой-ой. И посмотрим, что же у нас тут творится. Так, давай, открывайся. Вот моя уточка. Так, посмотрим. Все, я думаю, достаточно ей здесь висеть, сушиться. Вот
так она выглядит. Моя сыровяленая уточка. Вот такая мягенькая. Так, снимем ее и посмотрим дома, что же у нас там вышло. Принесла я нашу уточку домой. Понюхаем ее. Сильно она так ничем не пахнет. Так, внутри. Внутри все чистенько. Плесени никакой нет. Ничего такого нет. Визуальный осмотр подтверждает, что утка на вид нормальная. А теперь мы ее начнем вскрывать. Ну как, вскрывать я всю ее не буду. Отрежу кусочек и попробую. Так, с какой стороны отрезать? Наверное, ножку. Утку делаю первый раз сыровяленую, поэтому ничего не могу сказать, как она у меня получилась. Она слегка влажная. Так, потому что на улице погода влажная. Так, вот немножко веревочки тут всякие. Вау, на вид ничего в разрезе. Так. Видно вам, не видно? Вот такое мяско. Не пахнет ничего. Видно розовое мяско. Так. Сейчас дощечку возьму разрезать. И проведем дегустацию нашей уточки. Так, разрежем кусочек вина. Вот такой кусочек. Видно, розовый. Ничего, очень вкусненькая, не сильно сухая. Вкусная, в меру соленая. Очень вкусная уточка. До Нового года еще осталось почти 2 недели, поэтому я ее упакую, ножку оставлю себе покушать. Остальное пока упакую, заверну в мою тряпочку и положу в холодильник. Тряпочка будет продолжать впитывать влагу. Все, и на Новый год у меня будет деликатес. Сыровяленая уточка. Все, пока-пока. Забыла взвесить уточку. Сейчас она весит килограмм 799 грамм.